куча времени на то, чтобы продумать всю суть этого мега-задания. О, вот, вот нас. Папоротник, кажется. Гермиона говорила мне, что цветок папоротника выглядит... Да ладно. Я типа сказал, что это не папоротник? Типа он так не выглядит? Ну ладно. Делай вид, что я дебил. О, крутое мега-задание, смотрите. Вот так. Тут секретный проход, который нужно активировать. О, карточка, стоять. Вот она. Какая-то девушка, карточка, лучшая карточка. Кстати, потом можно будет их почитать, ну, если кому-то интересно. Такое ощущение, что я у него уже 1000 раз играл, прям нахожу все сразу. На ходу. В смысле, на ходу нахожу. Еще что-то? А там вижу замок. Но мне туда не забраться, поэтому нужно так вот прыгнуть. Да, я понял. Отвези меня к дурслям. Да ё-моё. Стой, а я. Так, 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 погнали. А ну-ка, ну-ка, мастер распрыга. А, так они обваливаются. А, так у меня автопрыжок. Давай, давай, затролль меня. Затроллила. Это, платформа. Хотя нет, не успела. Она так быстро разгоняется, типа, сейчас ты упадешь, сволочь, сейчас ты упадешь. А так мы еще и практику выполняем, мы звезды находим. Интересно, он нам скажет, типа, молодец, Поттер, вы выполнили задание. Хотя я думаю, что он такого не скажет. Ой, нет, это кровавый барон. Ну так его боится этот. Его и боится Пивс. А что меня трогает, неизвестно. Снайк, спаси меня, у меня это заклятие против кровавого барона. Пивза я бить могу, а кровавого барона нет. Тихо, я слышу, они бегут, они бегут. Все равно попался, я как-то колдую неправильно. На, попал? А теперь попал. Это их всех нужно было поперебивать и все. Это слишком легко. Merry Christmas, да. Happy Christmas. Merry Christmas. Всем вам. Звук просто как бы был будто рождественский. Там карточка? А, мне показалось. Там какая-то другая штука. Кора, кажется, рябины. Кора рябины. Обыкновенной. Ну, кора рябины, короче. Ага. Тут головоломка опять-таки сотого уровня головоломка. Да, головоломки сотого уровня мы, конечно, любим. Чё, дальше двигать не можешь, не? Сил не хватает? Или ума? Он, видите, даже не зависит от расстояния. Это зависит от того, сколько он протянул вообще. А как это так? Встань нормально. Хорош. Это куда мы? Мы что, еще не нашли? Да ё-моё, задолбал этот снэк. О, это уже по-мастерски будет. Они уже исчезают. Гроб. Вот это задание такое сложное.
Вот Снэк реально хочет нас убить. Посмотрите. Вот посудите сами. Снэк нас реально хочет убить. Чтобы мы сейчас упали. Но у нас есть подстраховка. Не знаю для чего. Для бонуса. Стоп. Там у нас сохранялка, а тут просто... Я на сохранялку ориентируюсь как на продолжение. А это на... Просто как бы бонус. А это у нас лисья этого червя, или как она там называется. Просто проникнуть у нас с другой стороны. Но это не проблема. Главное сейчас не упасть. Да не подпрыгивай ты, идиот. Давайте подождем. Исчезни. Типа она исчезла. Мой автопрыжок за меня все сделает. Красавчик, уважуха ему. Я просто нажимаю на W и изредка на А или Д. Даже на S не нажимаю. Супер крутая анимация. Эй, ты чё провалился? Где автопрыжок? Автопрыжок пропал на мгновение прям. Вот опять. Повезло, что мы хоть так можем. Мега крутая головоломка. Да, да, слизь. С кучи червя. Тихо. Ага. Это потом. Это мы сейчас выберемся. Тут вот такой лифт будет. Тут головоломки несложные. Это такая... Не очень бы такая сложная аркада. Подождите, как туда допрыгнуть и колдануть, если я хочу колдануть? А! Да. Пардон. Все? Нет, там только сохранение, это не факт. Хотя нет, мы уже выбираемся. Да, это все. Нет. Кровавый барон. Ты меня преследуешь. Вот ему все открывается, кстати. И поэтому мы можем пройти сквозь любую дверь. Сейчас мы только будем его ждать, он кругами ходит там. Все, мы прошли. Ждем кровавого барона. Сейчас он еще раз пройдет тут. Как-то он их так открывает просто. Да. Спасибо. Пособирали все на халяву. А это уже нужная вещь. И все же нам сюда нужно. А это нам потом. Нам нужно сюда попасть просто. Если мы отсюда пойдем, то не попадем. Как же нам сюда попасть? Да никак. Это и у нас тут. Короче, это будет потом. Я надеюсь. Если что, ну облажался. Ну там не может быть карточки. Она не должна там быть. Вот там что-то наверху. Сейчас мы туда заберемся, короче. Да, мы туда забираемся. Но там уже сохранка. Мы реально пропустили что-то. Подождите, а выше можно? Выше. Там у нас ничего нет. Ясно. Спасибо. Нет, мы ничего не пропустили. Проходи, урод. Эй, я тоже туда хочу. Вот мы и сюда и прошли. Все логично. Спасибо тебе, кровавый, блин, барон.
ты всегда помогаешь. Иногда, чтобы напугаться. А иногда, чтобы... Так, это что, не знаю? Давайте мы поближе рассмотрим. Грибы. Наверное, это и есть ведьмин гриб. Вот все, мы пришли. Подставил меня, урод. Вы опять опоздали, Поттер. Минус 3 балла факультету Гриффиндора. Так как я опоздал? Может быть, это научит вас приходить вовремя. Тогда я и сожру это все, что я вижу, взял. Вы подобрали несколько звезд, но на моих уроках они не имеют никакого значения. Да я все собрал. Я закончил урок без вас, Поттер. Ученики ушли праздновать Хэллоуин. Можете отправляться за ними. До свидания, уродина. Ну, он специально нам мстит, это понятно. Гарри, в школу забрел огромный тролль. Он в женском туалете, а там Гермиона. Пойдем спасать. Ей потом нужна даст. Помощь. Мы должны спасти ее. Она потом даст, я тебе отвечаю, она даст. Только тебе. Ну ладно, у меня будет Джинни. Опять, я же разбивал эту вазу. А где этот тут женский туалет? Что-то я не понял. Эй, подожди, я не колданул. Ну ладно. Убегите от тролля. О, это будет интересно. Гарри, чем это пахнет? Ой. Троллюга. Гарри, сюда. Да просто убегать это что? Это весело. Убегать умеют все. Как раз бобы пособираем. Лучше бы я смотрел вперед, а не назад. Да не успеешь ты, не парься. Это называется тролль в мужском туалете. Ой, мужском, женском. Он вообще был неизвестно где. Это он... Это мы сейчас... Это мы только сейчас тут придем. Женский туалет. Ты задолбал, хорош за мной бегать. Мне так прям страшно, чувак. Я уже боюсь тебя. Я... Ты мне уже в кошмарах снишься. О, сохранялка. Мы что, еще не прибежали? Круто. Еще теперь подножку ставь, вдруг упадет. А, нет. Круто, мы спаслись. Но там Гермиона, ну ладно, какая Гермиона? Ой. Он ее насилует. Гермиона, нет. Берегись. Да что ты руками прикрываешься? Ты можешь колдануть его, у тебя есть палочка, ты задолбала. Ты как-то пищишь странно. Попытаешься? Я буду флипендить его, флипендить, флипендить, флипендить. Ладно, я буду задерживать. Это я понял. И фиг, что-то он у меня... Точнее, что-то в меня попадет. Я просто буду стоять на месте, типа, крутой такой. Флипенда, флипенда, смотрите. Флипенда. Флипенда. Ой. Флипенда. 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 Мы такой думаю, достали, сволочи. Вот вам унитаз. А, это не унитаз, это доска. Палка какая-то жалкая. О, молот. О, унитаз, наконец-то, этого я и ждал. По Рону, правильно. По Рону как раз самое то. Давай, 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 чё-то, чё-то. По Рону, правильно, Рон будет вечно страдать. По мне унитаз закидает уже. Крышки от них кидает. Давай, давай. Интересно, что если я вот так вот сделаю? Подожди, зачем мне отбивать что-либо? Я могу и... просто уворачиваться.
Просто как бы я... Это же волшебство, ну ладно. Я буду без волшебства, я типа магл, сквип. Наверняка... Наш... Дорогой... Как я забыл, как его зовут? Сквип, сквип. Спасибо, что спасли. Я вам дам, да. Он мертв? Кажется, он просто вырубился. Да нормально. Скорее, давай выбирать. А, Филч. Ну, Филч бы его тоже так угрохал. Просто бы уворачивался потом метлой, как ударил бы. Удивленные поединком с троллем, Гарри, Рон и Гермиона вернулись в гостиную факультета Гриффиндор и завели разговор о странных событиях, последнее время происходивших в Хогвартсе. Гарри предположил, что кто-то специально привел в школу тролля, чтобы отвлечь внимание учителей и пробраться в запретный коридор. К сожалению, у трех друзей не было времени для долгих разговоров. О, Коктевран! Отлично! Сейчас уделаем и Коктевран. С командой Коктевран. Я готов. Вверх. Добро пожаловать на матч по квиддичу. Я ваш комментатор, Ли Джордан. Гриффиндор против Коктеврана. Готов. Итак, играем в квиддич. Это погнали. Засничаем. Да, соси. Да где этот свич проклятый? Свич, снич. Поттер летит. Он уклоняется от бладжера. Поттер догоняет. Бладжер. Он приближается. Посмотрите на Поттера. Поттера задело. Да ты сволочь, урод. И снич тоже, урод. Извините, профессор. Поттер уже совсем близко. Да. Я это сделал. Умри. Хотя нет, ладно. Упади, как ты вранец, упади. Желаю удачи. Благодаря Гарри, Гриффиндор выиграл матч. Затащили мы, короче. Ну, я красавчик. Как обычно.